Лето не за горами, и пришло время подготовить пляжи и места массового отдыха к новому сезону. Сейчас определяется подрядчик, который будет нести ответственность за работу медицинских постов, водолазные обследования дна водоемов и другие мероприятия по содержанию и обслуживанию зон отдыха. Принимать пляжи на протяжке и пруду Боровом будет специальная комиссия, однако уровень воды в реках и озерах заметно понизился. И это может сказаться на открытии в городе купального сезона. Администрация техническими никакими средствами, ни через задвижки, ни через затворы воду сейчас не сбрасывает и не сбрасывала. В этом году из-за сложной ситуации отменено постановление о понижении уровня воды в связи с весенними паводками. Сейчас затворы плотины закрыты. По словам специалистов ДГХ, уровень воды в городских реках и озерах понизился еще летом прошлого года. Было очень сухое лето. В этом году был маленький снегозапас. Предварительный осмотр, когда мы поехали в конце марта, там, конечно, уровень был очень низкий. Также были недостаточный был запас воды в прудах филипповских. Комиссия по приемке гидротехнических сооружений прошла в конце марта. В ней принимали участие представители ГОЧС, специалисты администрации и эксплуатирующие организации. В прошлом году на ГТС городском меняли затвор. Сегодня выяснилось, что для нормальной работы гидротехнического сооружения необходимы дополнительные ремонтные работы. Выявилось, что там неровное дно. В процессе эксплуатации выявилось. И теперь мы планируем дополнительные работы, чтобы предотвратить утечку из озера. Из пруда. Специалисты считают, что ситуацию с уровнем воды в реках и озерах города могут спасти осадки и устранение неполадок в работе затвора на плотине. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.